Всем здорова, с вами Миленький канал, и сегодня мы с вами поиграем за целый табун лошадей. То есть я вожак, а они мои, как говорится, прислужники. Вчера мы на стриме с ребятами играли и пытались это сделать, но у нас ничего не получилось. Потом я зашла и разобралась, и у меня все получилось, и я теперь поняла. Обязательно пиши в комментариях, за какой табун лошадей или каких-то определенных животных, допустим, каких-нибудь оленей, волков, зайцев, поиграть вообще, создать целую отраду этих животных. Ну и сегодня мы с вами поскачем по полям вот с таким прекрасным табуном красивых, прекрасных, ребята, арабов. И просто порелаксируем. Субтитры
Мы проделали с ребятами очень долгий путь. И я думаю, с ними стоит попрощаться и удалить их. Да, ребята, давайте мы их удалим. Ну а в следующем выпуске мы пойдем уже играть за другой табун или за других животных. Ну а если вам понравилось это видео, обязательно поставь лайк, ребята, и я буду понимать то, что вам в таком формате видосики по именно RDR 2 нравятся. Это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Миленький канал и вот этот Борей Красный Араб. К сожалению, не в арабскую ночь. Ну и да ладно, всем пока-пока.